15:55 поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по адресу журналистов 100, здание Вьетнамского рынка, павильон размерами 40 на 60. Огонь по площади 500 квадратных метров распространялся по кровле здания, кровля горючая, поэтому мы видим, происходит обрушение надстроек, стен. Связано это с высокой температурой горения и с большой горючей загрузкой внутри здания. Поэтому в настоящее время работают более 20 единиц пожарной техники. Это 15 автоцистерн и более 10 единиц специальной техники. Это автомобили насосные, рукавные и автомобили обеспеченные. Создан оперативный штаб. На месте работает руководство Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Пострадавших и погибших нет, но сотрудники скорой помощи и сотрудники полиции находятся на месте. Удалось предотвратить возможные несчастные случаи, потому что очень много владельцев товара пытались проникнуть на свои торговые места. Было создано оцепление сотрудников милиции, работал ОМОН, проведено оцепление, поэтому каких-либо случаев травматизма или гибели не допущено. Работа продолжается, объявлен самый максимальный номер вызова, это 4-й, поэтому по 4-му номеру вызова будут работать максимальное количество единиц техники Казанского гарнизона. Поставить куда и делать защиту. Видно, пошел 705 на связи. Thank you.
Thank you.
А потом обратно.